Ребята, всем привет, с вами Никита, у нас сегодня Hills of Steels, мы продолжим играть в новые испытания Командир. И в этот раз уже мы будем играть только редкими танками, ребята. Редкие у нас это Башня, Жнец, Катюша и Атлас и Осанный. То есть у нас 5 редких танчиков, поэтому давайте, ребята, начнем. В прошлый раз мы играли обычными танчиками, в принципе всех выносили. Посмотрим, как будут с этой задачей справляться редкие танчики. Главное, чтобы они появлялись. Так, у нас есть 2 редких танчика, но мы будем только какого-то одного типа ставить. Поэтому давайте, ребята, начнем с башни. Так, первая башня пошла. У нас есть силовой щит в виде гаджета. Ну, пока не очень дела, ребята, складываются. Как-то соперник быстро появляется. У них уже и мамонт, и жнец, и титан. Ё-моё. Так, давайте силовой щит хотя бы включим. Вообще ничего не помогает. Вы что? Короче, ребята, выносят. Выносят. Башня. Увы, ребята, башня ни о чем. С башни сразу нас вынесли. Идем дальше. Давайте, у нас еще есть жнец, Катюша, Атлас, Осадный. Какие-нибудь из этих танчиков. Так. Опа. Хорошо, есть, ребята, Катюша. Давайте посмотрим сейчас Катюшку. Я думаю, Катюша должна ракетками закидывать нормально. Она, кстати, может перекидывать прямо по базе, гасить. Так, и у нас гаджет напалм. Вот смотрите, у нас появилось 2 танчика. У соперника уже появилось 3 танчика. А, ну в принципе они танчики обычные выкидывают. Ладно, может быть. Так, ну нормально. У нас Катюш много. Так, ладно, включаю напалм, выкидываю. А кто к нам прорвался? Кто-то по базе. По базе нашей жахает. Так, давай, быстрее, еще одну Катюшу. Да ё-моё, у нас много Катюш, столько ракет летает, а толку никакого, мы даже до базы не можем подъехать. Смотрите, ребята, мы сами по своей базе. Короче, Катюши уничтожают свою же базу. Они стреляют вверх, а ракетки попадают по нашей базе. Ё-моё. Так, ну давай, напалм. Они авиаудар скинули, нет. Это контрольный был. Капец. Но мы больше держались. Тоже плохо. Но немножко пытались хотя бы. Башню сразу вынесли. Катюша немного еще посражалась. Ладно, идем дальше. Смотрим следующий. У нас, ребята, следующий редкий танчик. Это жнец. Ну давай. Хотя бы хоть кто-нибудь сможет победить или нет. У жнеца классная стрельба. Он как начинает своим пулеметом накидывать, так по идее, да, видите, сразу одного убрали танчика, к базе их подтянули. Сейчас еще один жнец подъедет. Видите, мы уже по базе их не наносим урон нормально. Я думаю, сейчас мы должны выиграть. Так, можно авиаудар скинуть. Нет, они нас оттеснили от базы. Ё-моё, давайте еще одного третьего жнеца подкинем. У них баллиста, башня. Тоже жнец стоит, нормально так расстреливает. Феникс подъехал. Да ё-моё, не можем. Давайте быстрее, нам нужен авиаудар. Сейчас только авиаудар появляется, я его сразу скидываю. 4 жнеца. У них 2 баллисты, башня. Так, поехали, авиаудар. Так, хорош. Башню мы вынесли. А, нет, они напалм скинули. Да ё-моё. Кажется, чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не хватает подъехать к их базе. У нас 4 жнеца. У них танчиков много там стоит. Но они почему-то стоят на месте. Нас не оттягивают. Да ё-моё, сейчас время, ребята, закончится. Я чувствую, закончится время. Капец, у них там целая куча танчиков. Так, давай, авиаудар. У нас пошел урон отниматься у базы. 11 секунд остается. Чувствую, сейчас будем до последнего удара
Так, 4 секунды. Да ё, у нас вообще все танчики уничтожены. Внезапная смерть. Все. В пролете, ребята. В пролете. Ну, мы хотя бы держались очень долго. То есть Жнец лучше и башни, и Катюши. Но пока мы ни разу не победили. Ребята, на обычных танчиках мы выносили всех. Что происходит, непонятно. Ладно, у нас еще Атлас и Осадный остался. Так, ну, тут нету никаких ни Атласов, ни Осадных. Ладно, давайте еще раз с Катюшей сыграем. Посмотрим, быть может, сейчас нам повезет. Нет, Катюши накидывают нормально тут. Хотя Атласа, Атласа мы вынесли. Так, Кобра осталась. Можно силовой щит пока включить. Видите, мне не нравится, Катюша начинает как-то вверх стрелять. В итоге по своей базе можно так легко попадать. А хорош по базе, гасите базу ихнюю. Гасите базу. Катюша сама себя уничтожает, ребята. Смотрите, Катюша стреляет вверх, в итоге ракетки назад же прилетают. Но мы вынесли. Но мы вынесли. Ну, я не знаю, это что-то с чем-то. Почему так произошло? Ну, ладно, идем дальше. Нам надо еще Осадный и Атлас. Так. Осадный, Атлас, давай. Есть, ребята, смотрите, одни редкие танчики. Но нам нужен только Осадный. И останется Атлас. Так, Осадный. О, Конговец! Что ты сделаешь тому конговцу? Да ничего ты не сделаешь. Кассетные бомбочки. Ну, ненормально. Не, нормально, кассетные бомбочки отнимают урона. Давайте. Ух ты! Ребята, еще и Скорпион. Это что за соперник? Короче, он только одни легендарные танчики выкидывает. Мы еле-еле вынесли этого конговца. Сейчас Скорпион начинает нам портить всю малину. Ладно, я сбрасываю авиаудар. А, ребята, я случайно арахнида подтянул. Какого? Случайно кликну по арахниду. Это плохо. Это уже нечестно получается. Но я думаю, мы бы и так выиграли. Вроде как вы неплохо всех отбили. В принципе, Осадный танчик зачет. Конечно, жалко, что арахнид появился не в тему. Но все равно. Осадный, ребята, Осадный танчик. Себя лучше, пока лучше всех показывает. По крайней мере, он с первого раза победил. Так, нам надо Атлас. И еще не мешало бы раз Осадный танчик проверить. Так, есть, ребята, Атлас появляется. Иди сюда. Мне Атлас очень нравится сам по себе. Ракетки мощные. Целая пачка ракеток как вылетает. Но главное попадать этими ракетками. Так, пошла пачечка ракеток. Ну, смотрите, он один практически двух танчиков уничтожил. А второй уже, я думаю, сейчас добьет. Так, ладно, сбросим авиаудар. Хоть немного отнимем жизни. Так, ну нормально, всех отбили. Тесла остается. Так, хорошо, по базе, хотя бы по базе попадаем. Так, ну как-то не очень, ребята. Один Атлас у нас остается. У них 4 танчика. Давай, Атлас, что ты сделаешь? Титан мощный, Жнец, Мамонт еще появляется. Не, Атлас без вариантов, ребята, без вариантов. Авиаудар пошел. Без вариантов, я не успеваю. Все, они уже к базе. Мамонт, если подъехал к базе, это все. Это все. Короче, Атлас, ребята, тоже очень слабенький. Ну что, давайте еще раз тогда возьмем Осадный танчик. Пока он у нас чемпион. Там у нас была просто помеха в том, что арахнида я случайно поставил. Давайте еще раз затестим Осадного. Так, у нас тут вообще нету никаких редких танчиков. Пропускаем. Итак, ребята, вот он, Осадный танчик у нас появился. Ну что, поехали. Смотрим. По идее, сейчас Осадный танчик должен быстро всех вынести. Кассетные, мощные кассетные бомбочки. Кстати, да. А бомбочки-то неплохи. Смотрите, если она попадает в районе танчиков базы, сразу всем отнимает урон.
Хорош. Ребята, хорош, реально. Я даже без авиаудара. Знаю, что сейчас осадный танчик всех вынесет. Смотрите, главное вот туда далеко стрелять, к базе, и уже отнимаем урон базы. Вообще хорош. Да. Осадный, ребята, осадный танчик. Самый классный из всех редких танчиков в режиме командир. Ну что, на этом, ребята, я думаю, можно закончить. Такой у нас был сегодня небольшой эксперимент. Подписывайся, ставь лайк. До скорого, с вами был Никита. Пока-пока.